Зеленый лук можно заменить на зелень укропа. Мелко нарезаем. Кефир обязательно должен быть теплой комнатной температуры. Нужно заранее достать из холодильника. Добавляем творог, соль, перец черный молотый. Все добавляйте по вкусу. Все хорошо вилочкой перемешиваем. Добавляем просеянную муку высшего сорта, разрыхлитель теста. И все вилочкой перемешиваем. Вот такой консистенции должно получиться тесто. В сковородку добавляем растительное масло, разогреваем. Сковородка разогрелась. С этой пропорции получается 3 лепешки. Жарим на среднем огне. Ну вот можно переворачивать. До золотистого цвета обжариваем с двух сторон. Жарим приблизительно по 5 минут с каждой стороны. Горячие лепешки промазываем сливочным маслом. Они очень вкусные в горячем виде. Готовьте и кушайте на здоровье. И будьте здоровы!